Уважаемая госпожа председатель, уважаемые коллеги, форум ООН по лесам – это ключевая глобальная платформа межправительственного сотрудничества, в рамках которой на протяжении уже более 2 десятилетий идет открытый многосторонний диалог по лесам и смежным вопросам. Повестка ООН позволяет осматривать самые актуальные вопросы мировой лесной политики, продвигать лесную повестку на самом высоком уровне политических площадок ООН. Форум ООН по лесам сегодня – это результат совместной многолетней работы всех участников международного переговорного процесса. Вместе с тем я уверен, что у форума есть большой потенциал для развития. Во-первых, одна из ключевых функций ООН – мобилизация научных ресурсов. Исследовательская деятельность предусмотрена глобальными целями по лесам. Однако, в настоящее время научная составляющая ООН, на наш взгляд, развита достаточно сильно. Приглашаем форум посмотреть варианты укрепления международного научного сотрудничества по лесам и международным темам под эгидой ООН. Это обеспечит научную базу для стратегических решений форума. Второе. Задача укрепления коммуникационной и информационной деятельности также предусмотрена стратегическим планом ООН по лесам. При этом очевидно, что ежегодных сессий ООН для информационного обмена недостаточно. Уверен, что развитие под эгидой ООН онлайн-площадки для постоянного открытого обмена опытом будет способствовать лучшей деятельности форума. Третье. Расширение использования всех официальных языков ООН, безусловно, поможет развитию сотрудничества по лесам. Четвертое. Также мы предлагаем наращивать динамику межсанкционной работы ООН. Отработанный в период пандемии виртуальный формат, на наш взгляд, поможет эффективнее использовать финансовые и временные ресурсы всех участников. В отношении среднесрочной оценки эффективности международного механизма по лесам хотел бы отметить следующее. Российская Федерация поддерживает инициативу создания межправительственной группы экспертов открытого состава для обзора международного механизма по лесам и анализа вариантов дальнейшей реализации стратегического плана ООН по лесам. Мы выступаем за открытый состав указанной группы экспертов для обеспечения возможности всех участия традиционных членов форума. Полагаем целесообразным официальное оформление группы экспертов для обзора международного механизма по лесам. Российская Федерация придерживается позиции о том, что стратегический план ООН по лесам сохраняет актуальность и высокую значимость для общемирового развития. Работа в отношении глобальных целей по лесам безусловно способствует прогрессу в достижении таких целей, как устойчивое развитие, цели Парижского соглашения и выполнение задач Декларации Глазго по лесам и землепользованию. Рослесхоз с большим уважением и вниманием относится к решениям форума ООН по лесам. Лесная политика Российской Федерации в большой степени учитывает и развивается в русле глобальных целей по лесам. Среди приоритетов лесной политики России – восстановление и охрана лесов, социальные аспекты развития лесной отрасли, развитие лесной промышленности и науки, а также учет лесоклиматических факторов в лесоводстве. Благодарю вас за внимание и желаю эффективной и плодотворной работы на 17-й сессии ООН.